что-то как-то быстро прошел, прям. Как будто по нему жахнули, что ли. Вырвался на охоту, и пришлось ехать немножко поздно утром, поэтому утрянку прозевали, но основная цель просто сейчас постоять, поманить. После обеда поедем, посмотрим на клетках утку и гусь. Пара идет вроде. Ну, пролетать. Вот они заходят. Вот справа заходят, смотри. Так, встал. Заходит прямо на нас. О, смотри, какая стая. Чуть не попал-то я. Дробь падает такими темпами. Патрончики-то расстреляем. С полем. Вот она отплывает. Вот он, в камыш плывет. Вот он, вон он, вон, видишь. Это мы мазилы с тобой какие-то. Блять, думаешь стрельнуть и еще удержаться. В лобовые заходят, и почему-то не как и в лобовую. Вот справа. Бьем их? Бля, тоже не будет еще. Можно снимать художественный фильм «Мазилы», да? Ну, учитывая, как мы стоим. Ну, налетают-то славно. И тех можно было бить там тоже. Надо. Все то же самое, но только мы... А, две, вон там одна на воде, одна здесь. Ну, смотри, по-моему, все такая благородная, да, летает? Ох, я косой, блин. Тут стрельбой окончил. Да. Садись, два. Обосрался. Он обосрался. Уточка. Значит, надо включить мотоутку. Идет снежок, дождь, а мы в засаде. Уже немножко засадили. Пролетает. Мимо нас. Ну ладно, да. В следующий раз. Мы можем попробовать вернуть. На посадку пошла. Ну, в общем, мы трех уже, да? Трех добыли. Налетов еще у нас очень было достаточно, штук 7. Ну, не все реализовали, скажем так. Но мы не расстраиваемся. Хороший день, хороший вечер, хорошая компания. Вернее, утро. До вечера, не знаю, насидим, нет. Может, промокнем. Садись. Хернуть по нему с единицей, что ли, все-таки разок. Ну ладно. Метров 60, ну. Что за это? Почему не могу попасть? Тройка такая славная, как зашла, да? Ну, они не садились, да? Они садиться собирались.
Не-не, этот, я в сторонке от тебя. Утро, кофе, удочка уже не летает, а мы пьем кофе. Привет. Ну, рыбу точит.